Привет, с вами Иван, и сегодня у меня в гостях Евген Цибулин. Евген, здравствуй. Привет, Иван. Ты приехал в Москву не просто так. Конечно же, я приехал из Сибири в Москву не просто так. Первая причина – это концерт легендарных гитаристов G3. Джо Сатриани, Джон Петруччи и Ули Джон Рут. И бывший гитарист Скорпионс. Это старый дедушка седой, да. С 27-дюймовой, 27-ладовой, 32-ладовой гитарой. Сколько ладов было на его гитаре? Я не считал, к сожалению, не увидел, но там около такого количества. Ну как, стоило оно того? Ну конечно, конечно, я получил массу впечатлений. Для меня как бы 3 из 3 гитаристов, 2 на меня влияли с самого юношества, как только начал я заниматься электрогитарой. Вот, конечно... Джо Сатриани для меня было вообще как бы такое незабываемое событие. Но Джон Петруччи тоже, конечно, очень понравился. Ну и Рут тоже хороший. Ну и вторая причина, конечно же, провести гитару и показать людям гитару. Гитара Лепский. На ней ничего, кроме логотипа, я не вижу написанного. Видимо, это делал специально для тебя под заказ. Ну да, так получилось, что инструмент делался под меня, но как бы я согласился с мастером, согласился с его рекомендацией, так сказать. Он просто посмотрел на меня, подумал о том, что я играю вообще, что делаю, и решил как бы разработать гитару. Как вообще все началось? То есть Евгений Лепский, он тоже, он мой земляк, мы с ним жили в одном городе. Оба из Сибири. Оба из Сибири, да, то есть, может быть, некоторые люди даже не знают о том, что он из Сибири. Сейчас как бы знаю о том, что кто Лепский, да, то есть, как бы я его знаю лично, хороший человек. И можешь вот... сходу порекомендовать как гитарного деятеля. Да, конечно, могу. Я Лепского могу, конечно, порекомендовать, потому что в Сибири он уже тогда, в Томске, показывал свои работы уже как бы на всю страну. И, как бы, естественно... Извини, тогда это когда? В каком году ты заказывал инструмент? Да, в 2011 году он сам на меня вышел, говорит, вот давай попробуем посотрудничать. Ну, я говорю, а почему нет, конечно. И когда... Взял в руки гитару, понял, что все не зря, все хорошо. И вот с 2011 года я играю непрерывно. Как быстро он тебе ее изготовил? Я поехал в тур со своей группой однажды летом, в 2011 году. На где-то около 3 недель я был в туре. Тогда у меня была другая гитара. У меня было 2 гитары. И я играл на обычном корейском Ибанезе. 7620 у меня есть японский. А, да, да, популярный, да. Да, 7620 это с Ллойд Ройзом гитара. А вторая гитара была 7321, тоже популярная, но она была корейская. То есть она отличалась от индонезийских вот этих вот родственников. Да, в те годы корейские гитары, они как-то качеством не блистали. Но... В общем, были на ступенечку ниже ощутимо, по моему опыту. Ну да, но та гитара, которая вот именно 7321, она, если бы ее сравнивать с индонезийской такой же моделью, то она как бы выигрывала наоборот, была на голову выше. У меня был датчик Лунгрен, я помню. Вот это. Ну, конечно, там, понимаешь, всякие Лунгрены понаставят ценой в сам корейский Ибанез. Ну да, то есть у меня был датчик Лунгрен. И я вот съездил в тур с этой гитарой, приехал, и уже гитара вот эта была готова. Я взял, поиграл, мне вообще все понравилось, то есть все классно. Ощущается, что сделано. Ибанез и продал. Ну, Ибанез, там такая история, что Ибанез, который 7321, уже был продан. Но надо было съездить в тур с ним, чтобы успеть перестраивать его на концертах там одним поворотом колка. И все, то есть. А второй Ибанез 7620 до сих пор у меня есть. Но он на самом деле мне нравится. То есть там как-то пытался от него избавиться, но потом как-то еще раз взял и передумал. Ностальгические чувства, наверное, связывают. Да, ностальгические чувства. Расскажи о спецификации, что ж тут такого чудесного? Ну, да, здесь... Не знаю, насколько это чудесно, конечно, но опять же повторюсь, что сделан инструмент тогда еще в 2011 году, когда Евгений Лепский жил там в Сибири. И сейчас как бы я, ну, давно на ней играю уже на гитаре, и с 2011 года я с ней проехал от Владивостока до Западной Германии, то есть и по сути она выдержала много испытаний туровой жизни, но в... конкретно вот из того, что тогда, что применялось в изготовлении, получается, ну, вот гриф, например, сам гриф, он из клена с прослойкой венги, накладка пауферу, колки. Пауферу, извини, это
сорт черного дерева или сорт какого-то, или отдельное какое-то дерево? Это как бы, это, наверное, отдельное дерево. Потому что оно выглядит как черное дерево. Вот я бы подумал, что это накладка из черного дерева. Ну, вообще, это отдельно. Не эбони. Не эбони. Ага. А, колки Шеллер, локовые колки, для, чтобы встроило все лучше. Мензура 27 дюймов у инструмента. А, корпус изготовлен из ясеня. Топ, он из венги. А, вот здесь у меня трехпозиционный тумблер, но вот недавно у меня отлетел этот белый набалдажник, который так, с которым удобнее переключать, конечно, так бывает, приходится ногти портить. Но ничего страшного. Есть отсечка, то есть если, ну, разные позиции дают разные возможности в плане звука. У тебя тут 6 вариантов звука получается или даже больше? Ну, получается вот эти 3, да, и если, например, у меня вот включен нековый датчик, я делаю отсечку вверх также, то у меня получается здесь сингл, а здесь хамбакер. То есть я могу переключаться с сингла на хамбакер. Это для того, чтобы, например, перейти там на легкий звук там во время соло или там, ну, или наоборот, каких-то аккомпанирующих партий. Это у меня два хамбакера оба работают, а если так, то у меня получится два сингла. Только, то есть нековый датчик, он не работает как хамбакер. Ну, три позиции, то есть обычная ручка громкости, тон я убрал сразу. Сказал, что... Металлистам тон не нужен. Да, металлистам тон не нужен, точно. Я сказал, что не надо тон. Он сказал, точно? Я говорю, да. Почему такой выбор бриджет? Тюнаматик, он же неудобный, там струны выскакивают. Ну, конечно, еще от качества самого тюнаматика зависит, но у меня как-то с ними печальный опыт. Почему не какой-нибудь телекастерного типа или хипшот? Ну, на самом деле, я как бы не сильно продумал этот момент, я просто сказал, что мне надо без Флойда гитару. И без Флойд Ройза хотел себе инструмент. Собственно, ну, Евгений говорит, какие заставить бридж, чтобы тюнаматик там или какие-то другие. Я говорю, давай, тюнаматик нормально. То есть, тут тоже бридж, тоже Шеллер. А, ну, вот, и, в принципе, вот такая гитара. А, ну, конечно же, датчики звукосниматели пассивные. Сэмер Донкан SH5 у меня в бридже и SH2 в неке. А, SH2, он больше к джазовому звучанию, как он мне сам сказал Евгений. И я когда вот это все делал, я же... тоже не только играю металл, например, не только играю, не только интересуюсь тяжелой музыкой. И поэтому захотелось, чтобы в неке было, ну, что-нибудь полегче. Как бы и в металле оно вроде певуче звучит, и можно было сыграть что-нибудь другое. Ну, как бы такой, с намеком на универсальность запросы. Но все же, как бы, он такой чуть-чуть послабее выход, но как бы ничего страшного, особо в миксе не теряется. Вот, и поэтому он такой вот SH2, все обычно. Джаз, какой-то с какой-то маркой джаз, и, ну, в принципе, подходит для того, что я сегодня играю. Джаз я уже играю меньше, чем раньше я пытался, но сейчас, как бы, я понимаю, что джаз пусть играет джазмена, я, как бы, так, если занимаюсь джазом, то я только там для себя играю, чтобы черпнуть что-то еще, и все. За годы ничего ли не поменялось, или, может быть, ты о чем-то пожалел, что не было сделано с самого начала? Ну, с опытом приходит то, что мультимензура было бы, конечно, классно.
потому что бывает растяжка, которая не очень удобна при игре. Но на самом деле я не жалею, конечно же, сейчас все то, что сейчас есть, оно, да, с годами стало проверено, то, что гриф сколько людей не смотрело, все говорят, что он всегда прямой, то есть это хорошо, я считаю. У меня, кстати, да, замечу для наших зрителей, ощущение сложилось, ну, первое впечатление именно от грифа, что это гриф на майонезах. Вот современные вот эти вот гитары модные, тоже кастомшопные. Почему так? Потому что он очень-очень плоский. То есть практически, я не знаю, как будто положили стекло и на него, в него воткнули здоровые толстые лады. Все очень прямое, да? Или можно еще сравнить с классической нейлоновой гитарой, где тоже такой практически стол. Да-да. И, ну, это требует некоторого привыкания, с одной стороны, если играешь в разных стилях. Но если пилишь сугубо шред, то наоборот думаешь, господи, как здорово, чё же я раньше-то такие гитары не использовал? Ну да, кстати, для шреда. Ты как-то специально выбирал профиль или просто сразу тебе он в руку лёг? В руку лёг, да. Он мне сказал Евгений, что будет похоже на Ibanez Prestige. Какие-то модели. Я так подумал, ну почему бы нет? И просто когда попробовал, ну я понял, что все здорово. А на концертах я играл на двух гитарах. Очень часто вот, например, Ibanez второй, который с лоудройзом, вот Лепский был у меня в пониженном строе, там бывает, да, дробь-соль даже опускается. Кстати, сейчас-то какое, в каком она настроена? Сейчас, сейчас получается в стандартном, но бывает я использую и дробь-ре, бывает, а бывает дробь-ре и дробь-соль. То есть получается такой двойной дробь. То есть опускаем шестую до ре, а седьмую до соль. Получается, вот гриф, когда я вот я, даже на концерте я вот играю на Ibanez, потом ставлю его, беру Лепский, и у меня как бы он еще более комфортно в руку ложится, и все уже тогда чувствуешь во время игры, что прямо все удобно. Оно свое. Да, оно свое, да. Я чувствую, что вот это. То есть это твой основной инструмент, и ты им за каких-то 7 лет не разочарован? Нет, я вот насчет разочарований, все наоборот. Мне кажется, сейчас, что сейчас звучит еще лучше, чем было. Слушай, мне вот показалось, может быть, это опять же это со временем случилось, но тебе не кажется, что лак несколько липкий? То есть то ли он как будто отполировался естественным образом за годы, то ли он, ну, изначально какой-то такой более толстый, что ли, ну, более блестящий. Может быть. Может быть, и за годы тоже. Здесь-то вообще... Тебя это не смущает? Нет. Ты бы... Просто есть такие, я поясню, есть... Ну, если ты когда-нибудь держал в руках какой-нибудь винтажный Гибсон, да, там, или особенно Фендер, да, старых годов, там лак вот этот нитроцеллюлозный, по-моему, использует, и он со временем становится как бы матовым. Он не становится скользким или блестящим. Он именно так стильно, аристократично обшарпывается и становится еще более приятным, именно вот тактильно. Здесь что-то такого, по-моему, не происходит. Не замечал тебя, не смущает это? Ну, вообще, особо не смущает. Видимо, привык, потому что. А так особо не смущает, да. Какой тебе еще гитары не хватает? Насколько бы это не восполняло там все твои потребности творческие, все-таки всегда же хочется что-то еще. Да, что у тебя в мыслях, что бы ты мог у господина Лепского заказать? Наверное, мультимензурный какой-то инструмент. Наверное, без головы.
Ты полностью идешь по течению моды. Без головы, компактно, удобно, мультимензурно. И здесь, чтобы и вашим. Может быть, даже и с головой. Ну, наверное, мультимензурный, какой-нибудь с пьезодатчиком. То есть ты не разочаровался в многострунах? Нет, а я не и могу. И ты не считаешь, что тебе нужна еще восьмая сторона, но и не хочешь от седьмой отказываться. Вот, кстати, да, я тоже думал, надо ли восьмую. Я понял, что не надо. Потому что я сейчас очень вот экспериментирую со строем, двойным дропом. Угу. Это не какое-то новаторство, это много раз использовалось. Но я понимаю, что это интересно для меня как музыканта, потому что появляется новое звучание, новые идеи. За счет именно не добавления струны, а изменения строя. То есть, вообще, я бы хотел бы пару, конечно, инструментов. Может быть, шестиструнный было бы тоже классно. Шестиструнный прям хочется. Что будет на этом шестиструнном изделии? Конфигурация датчиков? Это будет суперстрат или, наоборот, что-нибудь такое совсем древнее, архаичное? Мне кажется, суперстрат. Потому что, ну, как-то мне и формы нравятся суперстратовские. Uh-huh. Формы типа Штенберга, они, конечно, интересные, прикольные, компактные, без головы там и вся она обрезанная, так только все самое нужно. Но, наверное, мне кажется, лучше суперстрат, по мне так. Можно без головы, можно с головой. С кочергой? С кочергой, в смысле? С Флойдом? Ну, наверное, да, с Флойдом. И мензуру желательно либо мультимензурную, либо стандартную. Как интересно. Да. Ну, спасибо большое, Евген. Для наших зрителей все ссылочки мы добавим в описании к этому ролику. И на господина Левского, и на господина Евгена Цибулина. У него есть YouTube-канал. Ты там выкладываешь? Что ты там выкладываешь? Скажи вкратце о своем YouTube-канале. Все по-разному идет. Там есть, конечно, первонаперво, за что мне не стыдно на своем YouTube-канале, это за музыку. Мою собственную, музыкальные собственные видео. Каверы на различных гитаристов пока что. Дальше вот я планирую делать переаранжированные вещи, то есть делать переаранжированные каверы. Также есть у меня обучающие видео, как играть на гитаре, то и это. И есть в последнее время некоторые советы, которые идут не просто о том, как сыграть, например, штрихом или там свипом, а не о развитии каких-то навыков, а именно как тратить время, например, в занятиях на гитаре или что-нибудь типа того. Тут я должен пояснить, что Евген занимается только музыкой, это весь его доход, и кроме сочинения собственных произведений, поездок в турами с ними, еще и учит нас, таких олухов, игре на многострунах, шреду настоящему. Ну, можно на одной струне поучить. Я в основном больше, конечно, люблю рассказывать не только про шред, но и про теорию музыки, как делать музыку больше. Ну, техника это, конечно, важно, но мне так нравится, как бы, и интересно рассказывать. Мне самому интересно рассказывать, как делать музыку больше, и вот из этого все. То есть, можно на любых количествах струнах играть, хоть на 10, хоть на 3, но вот, да, то есть такое, что обучаю я людей, обучаю, конечно. Переходите по ссылке. Спасибо большое, Евген, что приехал, рассказал интересную историю, приехал с интересным инструментом. Ну а с вами был Иван, на моем YouTube-канале есть еще множество обзоров, гитарных видео о музыке в целом. Пока!